Всем привет! Сегодня будет ремонт УШМ от компании Метаба. Диагностику я ей уже когда-то сделал и заказал запчасти. Просто очень долго шли запчасти. Меняем мы на ней просто подшипники и щетки, по-моему. Да, и щетки. Вот щетки новые. 343-е. Подшипник фланца, два подшипника ротора, подшипники из партикула Макиты, не заказывал именно метабовские. И вот такая система здесь, очень похожа на систему SJS-2 на Маките, но работает она здесь и функцию выполняет чуть-чуть другую. Здесь на первый взгляд кажется, что вот здесь произошел износ. Сейчас вытру. От этого. От фиксатора. Вот видите. Но на самом деле это специально тут так сделано, чтобы можно было на ходу нажимать вот эту кнопку, и диск тогда автоматически откручивается. Сейчас вычищу все и соберу, и проверим. Ну что, собрали вот в таком виде. Брали вот эту систему, добавляем смазки и собираем, включаем и попробуем, разорвет у нас корпус от нажатия кнопки или нет. Да, когда вот эту штуку собираем, между шестернями с двух сторон нужно смазать 2 грамма смазки. 885-я метабовская смазка, а сюда 880-я, 5 грамм в редуктор. И не забываем переставить вот эту пружину со старого корпуса. Короче, собрали. Как-то так эта система работает. Я ее не могу попробовать, потому что у меня только фланец, а гайки нету. В принципе, на этом все.